Да я каждый год пишу вопросы Путину, их никогда не озвучивают в эфире, понимаете? Я пишу, что у меня профессиональный театр, детская группа, инвалидная группа, взрослая группа. Говорю, дайте мне хоть какой-нибудь подвал, где-нибудь хоть в Алтуфьево, под социально-досуговую работу с населением по месту жительства. Меня везде письма, отказы. Я бы сказал, Владимир Владимирович, пожалуйста, дайте мне работать, дайте мне помещение под вот этот театр-студию. Вот бы я что попросил бы у него и задал бы какой вопрос, что как быть вот нам, людям, которые... Культура отвергает, и образование отвергает, понимаете? Я с профессиональным театром оказываюсь, как, знаете, такой досуговая какая-то такая вот фигня, что ужасно. Вот. Я бы спрашивал то, что меня интересует, конкретно меня, и про свой вот этот исключительный случай. Я не тот человек, который спрашивает, а когда жизнь-то наладится у нас? Понимаете, надо жить сегодняшним днем и спрашивать то, что волнует тебя непосредственно. А вот этих всех вопросов и так. Когда... Они, Миланчик, на пенсию поднимут. Ну, одни и те же вопросы каждый год. Поэтому ничего уже нового не будет. И поэтому к экрану лично я не прильну. Потому что моего вопроса там озвучено традиционно не будет. Хотя я присылаю и звоню.